друга. От Бога или Богу что-то ждет, и кто об этом знает, пока они едут за нами. Что нас ждет и куда ведет дорога? Почему в душе тревога? Все галак синие огни мерцают. За нами едут полицаи. А? Что надо? О, Саш, привет. Привет. Я дела. Ничего. Что хотел? А? Что хотел? Сань, нормально. Не ходи, иди сюда. Узнал тебя, поздороваться. И что, опять догонял с красными маячками? А? С красными маячками поздороваться? Нормальные жучки. Ну что хотел, говорю? Ориентировка у нас была, Саш. На что? По ДТП на такие автомобили. Можно посмотреть? Нельзя. Давай. Давай посмотрим. Нет, Саш, нельзя. Ну давай, потому что я же знаю, что не просто так. Это оперативная информация. Гонялся же за мной, а? Не просто так. Я понял. Он говорит, не просто же так гонялся. Это оперативная информация, Саш. Ну я же знаю, как это работает. Саш, ну вы сейчас роботы свою работу, да? Не, вы перепутали, ребята. Вы сейчас роботы свою работу. Саш, со своей дорогой. Не-не-не, я ж не отпущу так просто. А? Я ж говорю, так просто не отпущу. Хорошо, сейчас ориентирую. Ну что, можно покажу? Да, конечно. Ну, чтобы дофотографировать только. Да я не буду фотографировать. Так а что показывать? Да, ну, с поразбою. Ага, и что там пишет? Читай там. Да не видно, я от солнца поверну чуть-чуть. Киос святый, разбой. Золотой ланчужок сорвало. Так, вот это вот ориентирование. Вид прав, вид правый. Да надо читать, Саша, нельзя. В смысле нельзя? Ну, вы снимаете. Чем, глазами своими? А? Чем, глазами своими? Я по... Ну вы зачитайте мне. Так, как бы вы вышли, чтобы на камеру, уж потом бы в Ютубе, Саша. Конечно, будет. Так вы говорите, что у вас есть причина остановки законная, правильно? Я же вам показал, да. Что вы мне показали? Что я не могу прочитать? Автомобиль в ориентировании. Все нормально проверили. Какой автомобиль? Черный автомобиль. По приметам у нас даже два человека сходятся. Высокий, лысый, изорвали ланцюжок. Ты? То есть дивлюся, нема таких по приметам людей. А это что? Он у меня здоровый, лысый, дивися. Не, не той. А вы знаете какой? Да, у нас полностью ориентировка. Понятно. Напарник, что ли? Ясно. Короче, косите вы как обычно. Косите, говорю, вы как обычно. Стоите на трассе. Мы на трассе не стояли. Жизнь вас не учит вообще ничему. Напарник без значка опять какого-то чуда ходит. Че без значка ходит? Чё? Я говорю, чё, я говорю, опять косите. Напарник без значка ходит. На трассе стоите, стоите как обычно. Не патрулируйте. Сколько это будет продолжаться? Саш, патрулируем как раз. Как раз патрулируем. Ну как патрулируете, если занимаетесь опять ерундой? В кустах стояли, погнались, опять увидели меня, придумали ерунду. Ну вы хоть придумали, хоть на этом спасибо. Да нет, напарник. Что там, напарник, значок найдет? Да, есть, есть. Давайте его украсим красиво и поедем. Хорошо. Один значок. Значок, один. А значок, говорю, нет, нет. Дай мне. Угу. Там дальше аккуратно. Спасибо. Потом ремонт дороги, да. Я думал, еще патрули стоят. Добрый, сейчас спасибо. Мило. Удачи. Мы найти не можем. Есть значок? Мой? Есть, но на курточке вообще. Без значка ходить. Ну, если честно, блин, забыл, только что раздевался. Найдете значок? Да, обещаете? Да. Хорошо. Удачи.